Улучшенная анимация. В группе «Анимация» вы сможете выбрать вид анимации для отображения слайда презентации. Открыв список «Дополнительные параметры», расположенные в правой части группы, вы сможете просмотреть весь список анимации. В данном списке переходы представлены по типу отображения и назначению. Анимирование содержимого слайда делает слайды более динамичными и позволяет привлечь внимание аудитории к наиболее важным моментам. В PowerPoint 2010 популярные анимации отличаются реалистичностью движений, а также предлагаются удобные средства для упрощенного доступа к анимации, ее настройки и применения. Анимация применима к каждому отдельному элементу слайда, поэтому создание анимации позволяет расширить динамику общего представления информации. В группе «Время показа слайдов» устанавливаются параметры промежутка времени, в течение которого проходит анимация слайда, а также параметры времени показа слайда и выбора порядка анимации.